Первая репетиция после двухнедельного отпуска. Духовой оркестр «Ритм-бэнд» снова в строю после Всероссийского фестиваля «Байкальские духовые ассамблеи». 15 коллективов со всей страны соревновались в Иркутске за звание лучшего. Получили самую высокую награду, которая есть вообще в творческих конкурсах, это гран-при. Мы очень рады, довольны, но всегда понимаем и знаем, над чем нам еще работать. Возвращаясь обратно, да, мы уже ставим себе какие-то цели, задачи, работу над ошибками провести и что-то сделать новое. В старшем составе ритм-бэнда 42 человека. Это лучшие ученики Барнаульской школы искусств номер 8. Каждый инструмент важен в оркестре. Тромбоны, саксофоны, трубы, флейты и кларнеты. Не обойтись без ритм-группы и мажореток, девушек с барабанами. В коллективе выступать не сильно сложно, хотя ответственно. Ты находишься рядом с такими же увлеченными в музыку людьми, и тебе ты комфортнее себя чувствуешь. В этом году коллектив отметил 20-летие. За эти годы завоевал порядка 15 гран-при на всероссийских и международных конкурсах. Большая часть участников ритм-бэнда – школьники. Из разъездов порой приходится пропускать уроки и заниматься самостоятельно, но детей это не пугает. Бывают какие-то пропуски, но мы это все дорабатываем, и мы хорошо учимся. Да, это так. У меня тоже так. Я не ходила месяц в школу, когда мы ездили в Иркутск, и потом просто подтянуть все, и все нормально. Когда готовится к конкурсам, репетируют каждый день по 4 часа. В рабочем режиме – по 2-3 раза в неделю. У ребят остается не так много свободного времени. Это большущий опыт ответственности, да, чтобы не подвести коллектив. То есть, как говорят великие, в коллективе воспитывается личность. Конечно, они чем-то жертвуют. Но, вы знаете, они получают многое. Во-первых, они получают друзей. Это наша большая семья, наш дружный коллектив, сплоченный коллектив. Они и вместе гуляют, и вместе развлекаются. Анастасия Меньшакова, Сергей Балуев. Новости.